Добрый день! Делаем эксперимент с новым чудо-средством. В конце видео покажу, как оно называется. Вот смотрите, столешница пошла пятнами. Я беру, просто его распыляю. Оставлю на несколько минут, так как оно быстро действует. И покажу, что получится. Вот видите, какая столешница пятнами. Ну, жир, рядом газовая плита, оно все проявляется. Прошло 5 минут, я хочу просто щеточкой размазать это средство, то, что я напшикала, чтобы оно равномерно было. Столешнице уже 10 лет, ну посмотрим, отмоет или нет. Плиту этим средством хорошо удалось отмыть. Надо еще с той стороны обработать. Эта часть, видите, как выглядит? Надо еще с той стороны обработать. Закончить окончательный вариант. Купила суперсредство. Вот, смотрите, побрызгала духовку. 15 минут прошло. Сейчас покажу, как она отмывается. Мне самой было интересно. Ань, посмотри. Офигеть. Смотри, чуть-чуть, посмотри вот это вот, видишь? Ага. Оно же ее ничем не отшкрябало, всеми железячками мира. Отмывается шикарно. Вот остается весь нагар на щеточке. Даже не надо применять усилия. Обалденное средство. Сейчас я вам его покажу. Оно, значит, недорого стоит по сравнению с другими средствами. Вот, чуть-чуть тряпочкой чистой протереть. Сейчас вот начисто вот так высушим. И смотрите, какая красота. Вот тряпка какая грязная. Артемка, идем ручки мыть. Чистота и красота. И никаких сложностей. То я ее терла. Разные чудо-мочалочки покупала. Всякие. И ничего не давало результата. Теперь посмотри. Правда, надо вымыть руки, разъедает. Начнем вытирать. Нет времени. Я просто хотела другой эксперимент показать, как она посуду отмывает. Ну, пришлось чуть-чуть помыть столешницу. Сейчас вытру. Щеточка протерла. Вытираем. Для мытья столешницы у меня есть чудо-губка вот такая. Она продается в трешках. Она очень отмывает хорошо столешницу. Можно даже никакими средствами не пользоваться. Но она потом после мытья исчезает. Видите, она меняет свою форму. Ее нельзя так помыть. И она будет многоразовая. Она просто исчезает. Но столешница становится чистая. Кафель хорошо отмывает. Чашки. Вообще шикарно. Видите, сколько на ней остается? Она была беленькая. Ну, можно сказать, чисто. Она немножко пятнами у меня есть. Такая желтизна на пятнах. Видите, она не чистая идет столешница, а проявляется на ней рисуночек. Поэтому сдалека она так смотрит. А здесь, поближе к воде, она вытерлась, уже белая стала. Ну, менять пока не будем. Сегодня я хочу показать вам, как отмыть стеклянную посуду этим средством. Смотрите, это утятница. Верх от утятницы я уже помыла. Вот видите, какой? Немножко упал здесь битый. Видите? Чистый. А он был такой, как и сама утятница. Вот видите? Ну, можно, конечно, сказать, что возьми ножом пошкрябай. Да я шкрябала ножом, оно не отходит, видите? Это вот так вот сидеть, шкрябать. Глаза на лоб вылезут. А сейчас вам покажу это средство. Можно сказать, железячкой постричь. Да я все терла, но не отмывается. Полдня тереть. Она не жирная, нет. Я ее помыла, просушила тряпочкой. И сейчас покажу, как я ее обработаю и что с нее получится.
Беру это средство и начинаю обрабатывать. Сначала с этой стороны. Немножко воняет. И руки немного такие разъедает. И оно должно постоять. Сейчас увидим результат. Я возьму щеточку и немного попробую так обработать. Ну, добавить. Пусть еще постоит немножко. Ну, стекло просто по стенкам. Но все равно уже видно результат. Видите, оно как разъедает. Видно? Еще с той стороны надо. Наверное, с той и с той стороны. Все. Еще пускай постоит. Вот оно уже немного стекает по стеночкам. Но нам главное конечный результат. Крышку я мыла ровно 15 минут держала. А здесь прошло 5 минут. Прошло 10 минут. Сейчас я ее переверну. И пятницу я обработаю с другой стороны. Потому что у меня уже терпения не хватает. Но оно уже само белоснежное стекло стало прозрачное. Отражается. Видите? Вот. Не могу показать на камеру. Ну, красивая становится. Так, переворачиваю. Я ее немножко просушу. И переверну. Смою руку. Потому что очень сильно скользкая. Наверное, чтобы не раздела кожу, надо было перчатки одеть. И обрабатываем эту сторону. Она пенкой не становится, так чуть-чуть, видите. Все, ждем. Пошли потеки. Цвет меняется. Вот видите. На столешнице уже выделяется жир, стекает. Ну, подождем, подождем. Результат посмотрим вместе. Ну, попробуем. Интересно. Вот въевшаяся грязь. Значит, надо дольше меня подержать. Я шкрябать не буду. И просто интересно, как это средство себя поведет без дополнительных усилий. Я пока отключу. Подожду 15 минут. Возвращаемся к моей утятнице. Я ничего не делала, просто попила чай. Смотрите, что происходит. Видите, жидкость выделилась другого цвета. Сейчас я ее переверну. Видите, какого она цвета разъела. И она стала намного белее. Сейчас я ее помою под водой и покажу вам результат. Стереть ничем не нужно. Я тоже обработала этим же средством утятницу. Я покажу в таком виде, то скажете, я помыла чем-то, не буду я мыть чем-то. Сейчас при вас помою под краном. Просто водичка. Она была в отключенном состоянии, потому что ничем не могла отмыться. Да я ничем не штряба, легонько щеточкой. А начальную стадию пятницы вы видели? Сейчас я вытру стол, потому что она сильно руки разъедает. И покажу результат. Посмотрите результат. И я вам покажу уже наконец-то это средство, как называется. Я очень довольна, мне нравится вообще. Я ее мыла чем только угодно, всякими порошками, и фейри, и абразивными, сыпучими. И ничего не могла добиться такого результата. А это, посмотрите, сказка. Вот это средство, видите? Мастер клинер. Сейчас на него акция была 750 миллиграмм.
А вот я купила новое, 50 миллиграмм в подарок. И вот я пользуюсь этим средством. Кому интересно, попробуйте тоже. Напишите в комментариях, у вас также очищает, как у меня. Или не получается. Только руки одевайте в перчатки. Спасибо всем за внимание. Кому интересно видео было и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Вот название. Это не реклама, это просто название этого средства. Тем, что я попользовалась и предлагаю людям, чтобы тоже использовали это средство. Пока-пока. Всего вам доброго.